Всем добрый день! Привет! Я хочу вас познакомить с Ларисой Ивановой. Это самостоятельный путешественник, который очень много путешествует. Ларис, расскажи, как это у тебя получается, потому что это интересно очень многим людям. Да, здравствуйте. Это действительно так, потому что за 2 с небольшим года я пропутешествовала столько, сколько не путешествовала ранее за всю свою жизнь. За этот период я посетила 15 стран, и в общей совокупности это порядка 7 месяцев. 3,5 месяца я путешествовала только по странам Индонезии. Это был Таиланд, Малайзия, Бали, Сингапур. Ну и потом, конечно, было еще очень много других разных стран. Ну вот многие люди не понимают, как можно 7 месяцев путешествовать? Это же большие средства нужны для этого. Да, я раньше тоже считала, но мои мечты сбылись вместе с компанией Fireflies. Потому что с того момента, когда мне предложили зарегистрироваться в сообществе самостоятельных путешественников, я стала не только путешествовать надежно и выгодно, но еще при этом и зарабатывать. Поэтому, друзья, с Fireflies мои мечты сбылись. Ларис, ну давай пригласим наших зрителей с нами в путешествие. Конечно, друзья, приглашаем. Ссылочка под этим видео. Регистрируйтесь, и Елена Прекрасная вам все расскажет.